Отлично, отлично. Пойдет мне. Вот это веселье. Ну давай, давай. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Абгай, Парадокс. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика, которую вы любите на моем канале. Аниматроники пугают охранника, и я буду играть за аниматроников. Давно я уже это не делал, хочется поиздеваться над пацанами. Если опять и кушайте, приятного аппетита. Так, ну что, давайте сразу возьмем того, кого мы давно не брали. Это марионетка. Она очень крутая и классно мочит всех. Так, лифт едет. Ой. Что это? Что с лифтом? А что не работает? Лифт. Это, Серега, ты, короче, мне лифт уже портишь? Да, ломаю тебе лифт. А что ж ты хотел? А что ж ты хотел? Лифт мне запилил. Нет, лифт я не буду пилить. Я же вспомнил, что я могу бить на расстоянии. И таким образом аниматроник наказал Сережечку. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Мы выпускаем ролики каждый день, стараемся поднять нашим подписчикам настроение. Надеюсь, что вы сейчас смотрите, кушаете что-то вкусненькое и немножечко улыбаетесь. Вот видите, улыбка сразу появляется на лице. Так, ну что вы тут? Так, смотри, тут в шкафу и в маске. Молодец, молодец, хорошо. Хорошо, мы уезжаем. Сейчас, короче, ребята, будем брать вообще злостного аниматроника. Надеюсь, Серега, теперь ты не будешь залазить наверх. Эй, кто будет ломать мне кнопки, я буду вас тоже убивать. Так, хорошо, хорошо. Я пошел обследовать пиццерию, у меня каждый час обход. Сегодня я охраняю пиццерию, а пацаны выжившие. Посмотрите, у Боньки нет одной руки. В бою с охранниками потерял руку. Был пацан. И нет пацана. А есть другой? Нету. Хотел сказать, что другой режим хотел включить. О, кстати, сейчас мы включим другой режим. Так, где мой лифт? Это злой режим у меня, Серега? Это обычный. Вот а сейчас вот злой. Ну а что ж ты маску не одел, если злой режим? Я в маске был. Не было у тебя маски, ты камеру в руках держал? Нет, я в маске был. Да? А у меня не было маски, видно, она разоглючила что-то. Fucking shit. Так, отлично, отлично, ребята. О, без маски, извини, убил кого-то лишнего. А я в маске, я в маске. А ты в маске, я вижу, этот был без маски. Я вы что? Да? Ну, ты попал под горячую руку, извини, так бывает. Аниматроники... Маска сработала, кстати, она спасла меня. Ну да, она спасает всех. О, куда у нас еще есть? Сейчас, 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 сейчас. О, давайте возьмем твистед, мы дряна давно не брали. Ну чё, волчара. Пошел, пошел, пошел. Ты чё, волчара? Так, я могу тпхаться, а звуки? Не, у него звуков вообще нету. Опа, идет, идет, ползет. Иду, да, иду, иду, пацаны, будьте осторожны, это злой аниматроник. Ну нафиг, я в ящик. Он убил миллион человек в секунду. Так, у него маски нету, у него нету маски. А, блин. Есть маска. Эй, я буду орать на вас. На улице, кстати, гром гремит. О, ребята, напишите в комментариях, у кого какая погода. У нас сегодня была жарища 32 градуса. А у тебя, Серега, какая была? У меня был дождь и 16 градусов. Нифига себе, это холодно. Так, потому что я, это, по сути, в горах живу. У вас там изменчивая, да, погода? Да, у нас это неопределенная. Ой, я звуки издаю. Ты чё, лифт без меня забыл? Ты думал, что я... Ах, ты хитрый, ты хотел, чтобы я на лифте вниз уехал? Двери не надо было мне удалять. Так. Давайте сейчас, короче, сделаем немножко прикол, что маски у вас нету, если только в шкафчик успевать залазить. Да. А вы втроем не поместите, да, в шкафчик? Вдвоем только. Ну-ка, присядь, Обгай. Получается, кто-то один будет всегда умирать. Ой. Ты как его убил? А я хотел проверить, могу я бить на расстоянии? Этот, блин, пилпак убивает на расстоянии. Так что, ребята, давайте возьмем другой пилпак, который не бьет на расстоянии. О, Five Nights at Candy's, они не бьют на расстоянии.
Офигеть, Дима, ты... Ты чё? Блин, еще бы чуть-чуть, я бы убил опять его. Так, вас там двое, а третий не влезет, да? Да. Маски, нет. Маски нету, но нет маски, нет места. Третий может вентиляции прятаться. А, третий может, да, запрятаться в вентиляции, кстати, только так. Так, мне кажется, ребята, интереснее, да, когда... То маска сильно легко, они одели маску, получается, сюда утащат. Мне не ма кого убивать. А аниматроники-то злые, их надо сюда чем-то кормить. Мясищем, или... вкуснищем. Или в коробку. О, или в коробку, кстати, коробку. В коробку тоже считается. Ах ты, блин, еще... Я так бежал, смотри, ребята, что они шкафчик открыты. Ну, молодцы, молодцы, хорошо. Будем уезжать. Да-да, уезжать. Вон он сидит, маску нацепил уже. Я уехал вниз. Да-да-да. Да-да, ребята, ну как он видит? Звуком. Звуки выдают тебя, Дима. Пердежа. А ну выходите! Я же... Ой, я вам принес это... сухарей. Ну, нет. Ну пожалуйста. Хорошо, я буду уезжать. Раз вы такие злые. Не злые, мы строгие. Я буду наказывать сегодня охранников. Блин, как-то их надо обмануть. Давайте возьмем... визор от Синди возьмем. Присаживайся лучше. Давай, присаживайся. Так. Музычку издает, все издает. Посмотрим, что они там делают. Ну что, я к вам поднимаюсь? Да, давай. Да ну блин, да я же этот на ЭВ подлетел, чтобы вас обмануть. А как ты знал? Мы тебя запалили. Да ну ты блин. Лифт не вызвал. А, ну да, я же забыл, лифт не вызвал. Вот дурелелла. Блин, да. Хорошо, давайте возьмем для прикола маленького чилипиздрика. Так, он балунбоя, скорее всего, возьмет сейчас. Нет. Кстати, фонарик еще использовать, чтобы если вдруг невидимку увидеть. А я не вижу, так, а ты можешь увидеть? Да, могу, но если настройки графики поковыряться. Вон он, я видел. Да там... нет, он не я был, там эта текстура залагала, забагалась. Ладно, я открываю дверь и закрываю. Ладно, не буду, кто только возродился, убивать не буду. Ну что, выходите, пацаны. Ну нафиг, я тебя вижу, вон он ты, закрывай. Да ну, привет! Эй, о, да ну блин, да что за баганая калитка? Все, я уполз. Ладно, мне что-то наскучило, я вентиляцию. Давай. Если ребята только и ждал. Опа, не в ящике, умри. Ладно, пока у вас тут стоит спаун, и не буду убивать на спауне. Привет. Ага, дверь, да, не закрывается. Ты чё наглый, в открытую лезешь в шкафчик, это его шкафчик. Так. Давайте тогда... Всё, я тогда буду по-другому сейчас играть. Я возьму аниматроника, который может вставать невидимым. И тогда, мне кажется, я вам сделаю веселую и райскую жизнь. Фонарик готовьте. А вам фонарик не поможет. Так видно же. Так. Маринетка, мне кажется, невидимая не становится, да? Так, хорошо. А с других пилпаков становится, насколько я знаю. О! Нашел любимчика своего. О, балунстрой. Балунсрай. Балунсрак. Да какой балунсрак? Это хороший аниматроник. Балунсрака-кабака. Вон слева стоит. Ай, Дима, тебя палим. Не, мне не видно, я ушел. Еще никнейм видно же. Так вот ты невидимый, сидишь в углу. Я тебя вижу, какашка ты такая. Как ты меня... Ай, да, блин, точно, все, я вспомнил. Да ну блин, вы сильно хорошо уже играете. Наигранный очень сильно уже, все, фиг ты нас. А вон ты сидишь. Я что, думаешь, тебя не вижу? Хорошо, ребята. Они читеры. Мы не читеры, мы просто игроки. Такие же, как и ты, кабаки мы. Я не люблю, когда аниматроник у жопы поворачивается. Вот он где-то здесь. Вот стоит рядом с тобой. Вот. Да, я видел его. Я ушел.
Я пошел другого аниматроника брать. Ага, вон он, ты сверху стоишь, я тебя вижу. Да ну нет у меня вообще. Меня маска спасла. Где я сижу? А, в шкафу, да? Аниматроник невидимый в шкаф залез и сидит с охранником. Ищет их. Это было бы прикол. Парадокс, дай закрыть. Че, давай сделаем подписчикам веселье, можете оружку использовать. Давайте. Аниматроник, теперь я буду видимый, а вы должны меня загасить. Я должен выжить. Давай. А че ты админский пистолет взял? Два без админского пистолета. У меня 5000 жизней. AR2 шары делают чудеса. Давай, давай, испоганься. Да ну, как я по тебе не попал? Ай, блин, да как это не попал? А, беги, Димка, беги! Отлично, нычка, ребята, отлично заныкался, пойдет. Серега, ты же убиваешь своих. Приятельство. У меня шары закончились. Так. Психопатский тоже это закончил свои убийства. Так. Открой, 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 открой. Я, кажется, отлично, головой увалился. Сильно прям. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну че вы, мужики? Уже не такие мощные, да? Отлично, отлично. Ребята, смотрите, какую нашел нычечку для того, чтобы пацанов мочить. Отлично, отлично. Пойдет мне. Вот это веселье. Да давай, давай. Они не знают, где я, а я буду вот так мочить. Вот это мне нравится, вот это мне нравится. Серега и своих, и чужих. Абгай, Сережечка, парадокс. Ты в невидимке сидишь, да, какашка? Ну да, ты мог бы меня уже убить давно. Серега, дайте погодь. Я нашел ракету на самоуправление, которое... Да, ну она неправильно управляет, надо что-то на врагов, а ты на своих направляешь. Хватит. Только Серега может всех убивать, да? Не. Он ветеряться здесь сидел, скорее всего. Ну, надо закрыть. О, все. Я протул. Ну чё, вы меня не можете, да, убить никогда? Ты где, какашка? Я? А я на лифте к вам еду. Ага, на лифте. Я специально, ребята, пустой лифт отослал, чтобы они не могли убить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, шары! А, 700 жизней осталось. Надо валить. Слышь, вы, шаровики. Ребята, специально не буду менять аниматроника до последнего. Короче, идет терминатор-убийца, который должен убить пацанов. Ай-яй-яй-яй-яй. О! Блин, я хотел, короче, знаешь что, залезть в шкаф и в шкафу сидеть. Я никнейм тебя спалил. А, все, я понял. Ребята, победили сегодня меня охранники. Аниматроники оказались слабее. Да, правда, охранники сдохли миллион раз. Ну ничего. Ничего. А, ну да, значит, победили аниматроники. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения. Посмотрите мои ролики. Еще. Серега, как всегда, взорвал все пиццерии в нам.